я сначала в 401 зашел, а там какие-то девчонки. Сюда, да? Вы снимаете, да, уже? Здрасте. Ну, я не шел, на автобусе приехал. Ну, люблю смотреть фильмы разные, интересные. Также играю в игры. Пишу стихи. Я не знаю таких, кто это такие-то. Насвистывал песню, о чем-то мечтал, что встретит он дальше, никак он не знал. Но встреча недолго заставила ждать. Опешил мужчина, не сесть и не встать. Сквозь чащу и скудные лучи луны увидел мужчина лицо сатаны. Мохнатая рожа, большие рога, от вида такого скосилась нога. Страх охватил всецело мужчину, и цвет волос перекрасил седину. Немного осунувшись и постояв, отправился в бег герой наш Штрингласс. Бежал мужичок наш час или три, твердил он себе, назад не смотри. Достигнув села, он отдышался. В лес потом долго не возвращался. Селянам он честно потом объяснял, кого он в лесу тогда повстречал. Народ же делился рассказом таким. Услышал ты сам, поведай другим. И сказы про леших, адских созданий крепко вплелись в суть наших преданий. Занятно было бы знать мужику, но не вдалекому дураку, что встретил в потемках тогда он оленя, копыта которого впились в коренья. Сдвинуться бедно не мог он никак. Кому-то олень, а кому вурдалак. Силенсо, силенсо! Ровно 22 года назад я стоял здесь и смотрел, как погибают мои родные. Их предали те, кого я звал друзьями. Месть затмила мой разум, и она погубила бы меня, если бы не мудрость тех, кто научил управлять меня своими инстинктами. Они не давали ответов, но помогли мне учиться. Нам не нужны хозяева, ни Медичи, ни Савонаролла. Мы сами вольны выбирать свой путь. Многие хотят отобрать у нас свободу, и многие из вас подчинятся им. Но именно способность выбирать то, что для нас истинно и делает нас людьми. Ни одна книга, ни один учитель не даст вам ответов, не откроет путь. Выберите свою дорогу, не идите за мной и ни за кем еще. Черт возьми. Ну, вкалываем на пару. И ресторан. Гнем спины в офисах. Нас дразнит, рекламируя одежду. Мы работаем в дерьме, чтобы купить дерьмо нам ненужное. Мы пасынки истории, ребята. Мы не востребованы. Ни тебе Великой войны, ни Великой депрессии. Наша война – война духовная. Наша депрессия – наша судьба. Телевидение нам всем внушило, что мы станем миллионерами, звездами кино и рок-н-ролла. Все это вранье. И мы начали это сознавать. И это приводит в ярость. Так, стой. Хочешь срезать мне съесть? И много радости тебе это принесет. Твоя жизнь пуста. Твоя индивидуальность иллюзорна. Все твои мечты жалкие и ничтожные, ты лишь часть бесконечной пустоты. Все тлен, мрак, обман, отчаяние, ты жалко умрешь. Давай, беги к своей мамочке, пожалуйста. Мама, меня обидел грибочек, ничтожество! Церковь это дело рук людских. При слове церковь я вижу толпу фанатиков, я нарвущихся исполнять Божьей воли. Святость она в твоих делах, в защите тех, кто не может за себя постоять, и в милости, что Господь являет. Святость она здесь, в сердце, и здесь, в мыслях.
Только от твоих решений зависит, благочестив ты. Король может требовать повиновения, отец послушания. Но запомни, кто бы ни был государем, владыкой, только ты в ответе за свою душу. И когда тебя призовет Всевышний, ты не сможешь сказать, что ты слепо исполнял приказы, не задумываясь о последствиях, о чести, о доблести. Запомни это. Я видел такое, что вам, людям, не снилось. Атакующий флот, пылающий над Ереваном. Лучи си, разрезающие мрак у врат Тангейзера. Все эти мгновения растворятся во времени. Будто слезы пришли. Пришло время. И тут она ему сказала: «За мной, мальчик, не гонись!» Все, спасибо большое. Сняли, да? Сняли, да? Позвоните, да? Следующий. Здравствуйте.